офисный работник, офисный. Я просто не знаю, вот песня про офис вообще нашел. И про офисных работников, поэтому именно так я называю нашу сегодняшнюю тему. Анна Шамонова, Дмитрий Соловьянов, мы продолжаем. Так, если вы все-таки тот самый работник офиса и при этом занимаетесь дополнительно фото, тогда вы можете, например, принять участие в выставке современной фотографии 2.0. Как подать заявку, расскажет Кирилл Шаяхметов, организатор выставки современной фотографии 2.0. Доброе утро. Здравствуйте. Кирилл, здравствуйте. Расскажите вкратце, быстренько, так сказать, цель выставки, в чем ее суть? Цель выставки очень простая. Мы хотим показать Челябинску, вообще всему Уралу, как видят мир челябинские фотографы. В Челябинске очень много супер талантливых, очень крутых фотографов. И мне очень нравится, я очень горжусь за наш город, потому что Челябинск, он все говорит, индустриальный. Да. Нет, нисколько. Творческий. Творческий. Творческий Челябинск. Космический творческий Челябинск. Просто плакать и смотреть. Итак, а кто может принять участие и как вы фотографии вообще принимаете? Какой-то жанр вы рассматриваете или что именно? Какие критерии? Смотрите, у нас вот на днях уже закончился отбор. Да. Мы отобрали из заявок из 1500 фотографий примерно штук 70. Ничего себе. И вообще принимать участие могли любые фотографы. Мы так и писали у нас в сообществе, что если вы считаете, что ваша фотография крутая и вы прям ей гордитесь, бросайте ее в наш альбом, мы все будем отбирать и смотреть. Лучшие работы мы распечатаем в формате А2 и пригласим всех на выставку. Будете хвалиться и... Мне кажется, надо еще раз прослушать информацию, сколько было у вас и сколько вы... 1500 фотографий мы собрали за примерно полтора месяца. И 70 у вас вот сейчас отобрано. Каким образом вы все-таки отобрали? И кто это делал? Это делал я. Метод очень простой. 3 дня ты страдаешь. Садишься, листаешь. Садишься, листаешь в одну сторону, потом листаешь в другую сторону. Плачешь просто, отбираешь, потом это убираешь, потому что вот эту загрузили только что. Потом это вроде такая ничего, но она не достаточно крутая, как вот это, а тут вообще вот там ребенок с мамой там. В общем, вот. Так, а вот что именно, какой критерий у вас оценивался? Сама картинка, как вы ее обработали, ну вот профессионалы как ее обработали или что? Я не берусь... как бы утверждать, что только технически она должна быть крутая, либо наоборот, только она должна быть какая-то эмоциональная. Вот как-то в совокупности. Все потому что вы, если пойдете на выставку, вы увидите, там есть фотографии, которые, может быть, не до конца технично сняты, но они передают какие-то эмоции. Ты такой смотришь, вау, и начинаешь понимать, что там происходило, что хотел фотограф донести. Это интересно. А есть фотографии, ну, были фотографии, которые сняты технически, изумительно, не придраться. Но вот ты смотришь, ну, как бы, ну, фотка. А где эта выставка будет? И когда вы ее пригласите, когда уже мы увидим итог? Выставка и будет, как будет все это происходить? Выставка будет проходить в Доме Союза художников России. Это Цвиллинга 34, это прям самый центр города. С 15 по 30 октября. Вот. Эта выставка, она уже ежегодная у вас? В следующем году планируете? Мы стараемся. Мы очень хотим, чтобы она у нас была ежегодная. Она поэтому и называется 2.0. Не ежегодная, а 2.0. Потому что в том году было 1.0. Нет, потому что первый раз мы сделали в 16 году, а потом подзабили такие, блин, уже пора бы выставку делать. Прошло вот 3 года и такие, ну мы же не будем теперь говорить, что ежегодная. Пусть будет 2.0, пусть будет 2.0. Все ясно. Ну и еще вопрос в тему нашего эфира. Мы знаем, Кирилл, что вы все-таки являетесь офисным работником. И как-то получается, да, как-то получается создавать вот эту параллель, или это наоборот вам помогает создавать эффективность? Тут, знаете, как это как больше как хобби. То есть все, что я делаю вне основной работы, это мое хобби, которое позволяет мне немножко отвлекаться, переключаться и заниматься тем, что нравится. Вот, я бы не назвал для себя лично это своей какой-то работой, это больше именно вот отдушина, я бы сказал. Фотографии вы имеете в виду сейчас. И последний короткий вопрос, Кирилл, от нас с Аней. Все-таки, если выбирать между офисной работой и фрилансом, что вы выберете? Я бы выбрал фриланс, вообще какое-нибудь лучшее дело, которое приносит тебе доход, но при этом ты занимаешься им прям в кайф. Вот. Для меня вот это лежать на диване, например, смотреть сериалы. Есть такая работа? Мы, кстати, есть, да, если вы диваны будете проверять, есть такая работа. Или проверять сериал. Ну что, спасибо вам огромное за ваш настрой и за то, что вы такую чудесную выставку создаете. Напомним, что у нас сегодня в гостях Кирилл Шаяхметов, организатор выставки современной фотографии 2.0. Ну, далее мы узнаем, какую обувь выбрать для офиса. Дресс-код. Поехали.